В этом году Игорь Манзанов закончил 8 класс. Недавно он, как и многие его одноклассники, прошел онлайн-тест на профпригодность. Тестирование с первого раза и безошибочно определило его склонность к естественным наукам. Я прошел тест, и он показал мне, что я склонен к стыку естественных наук и информационных технологий. Отчасти я согласен с результатами, потому что меня тянет к физике. И в будущем я хочу связать, и свое будущее я хочу связать именно с этой наукой. В этом году тесты на определение талантов и способностей учеников проходят совместно с родителями. На самом деле тест полезен, я считаю, что да, потому что здесь ведь важно же, меня немного удивило, что тестируется не только ребенок, но и родитель. Я, как понимаю, вот эти вопросы, некоторые вопросы, можно сказать, идентичны и у ребенка, и у родителя. Тест проходит очень просто и быстро. На выполнение заданий уходит чуть больше 20 минут. Результат известен сразу после завершения. В нем можно подробно ознакомиться с рекомендациями по саморазвитию и дополнительному образованию школьника. Все школы Республики Бурятия подключены к проекту «Профконтур», то есть к не проекту, а к самому сайту. У них есть личные кабинеты и есть ответственные. И эти ответственные формируют проект по школе и отправляют доступ на этот проект родителям. Родители, получая информацию, проходят по ссылке и получают доступ к тестированию. С 2016 года Молодежный центр Республики Бурятия совместно с профконтуром работает по профориентации. Мы тестируем детей, проводим онлайн-семинары, выездные мероприятия муниципального образования Республики Бурятия. Вот, за проделанную работу нам есть о чем сказать. Действительно, как бы мы оказываем то содействие, то необходимое. Когда ребенок выбирает свою профессию, ему действительно очень важно помочь. На сегодня онлайн-тестирование на профпригодность прошли 13,5 тысяч школьников Бурятии. Андрей Слепнев, Даниил Дурхисанов. Новости дня.